the devils are here. Let me embrace this sour adversity, for wise men say it is the righteous course. Stopping. Why is it stopping? А, черт, у меня... We're all going to die, aren't we? А я второй чувак. Кончились стимуляторы. Как же вовремя. Рекс. А, все, вот они бегут. О, привет, Пай. You're welcome. As gracious as you are brave. Yes, well, in any event, I'm quite grateful. I'd like you to have this. Now, if you'll excuse me, I think it's time I left this awful place. I'm returning to WRVR and resuming my career in radio. To go find milk of human kindness with Strong. Why do you want to find this milk of human kindness? Milk is secret to humans. Macbeth say milk makes humans strong. Stronger than super mutants. Strong find milk, drink milk, make super mutants stronger than humans. Not yet, but soon. Hurry! Strong no like waiting.
Ennis was weak leader. Strong glad to be rid of him. Добренько. Так, что у нас теперь по заданию? We could really use your help. I'm with the Minutemen. How can I help? Something nasty's living just around the corner from here. It's only a matter of time before there's some real trouble. What's really too bad is that it'd be a nice spot for a new settlement. In fact, I know some folks that'd love to set up there if it was safe. If you can make sure the old workshop there is still in one piece, anyone who decides to move in later will be able to rebuild. Consider it done. We really are grateful for the help. Так, ну хорошо. И куда нам теперь? Как же мне нравится этот разброс, а? Он просто потрясающий. Ну, пойдем сюда. Вариантов у нас немного. Вот этим чериком больше делать нехрен, как через всю карту пилить в это поселение. Угу, ага. Упс. О, отвисло, хорошо. Так, компьютер решил затупить. Ладно, мы не гордые, перезайдем.
Так, и где мы? Да забей, пай, господи, что? Ай! Тупая псина. Мне бы на дорогу выйти какую-нибудь. Вот на вот эту, например, да. Угу. О, а вон и мост. Ну и хорошо, сейчас быстренько дойдем. Быстренько все зачистим. Так, привет, ребят. А что это вы тут делаете? А, вы делаете все по метан. Ну я то место уже зачищал, мне не особо интересно. Пускай братство стали само разбирается. И я сейчас помогаю минитменам. Твою мать. Нужны хилки. Хилки. Я там же, да, воскрес? Да, бляха. Ладно, пойдем покупать хилки. Надеюсь, рынок Diamond City мне в этом поможет. Да боже мой, я не хотел драться. Я думал, у нас диалог. Могли бы и сохранить автоматически. Что так сложно, что ли? О, другой совсем. О.
anything you can need. Medics, mentats, whatever. Did you say something about drugs? That's right. All the kids, everyone here buys from me. Sometimes security needs them. Sure. Kim's room. О. Да. Я готов. Я хочу это взять. Так, я могу тебе что-нибудь продать? Платье Агаты. Какая Агата? Я не помню, кто. Но ее платье дорого стоит, мне это нравится. Да, все равно я им не пользуюсь. Ментаты. Что дают, хрен знает. А, повышают интеллект и восприятие. Я тоже этим не пользовался вроде. Гранаты, ну, на всякий случай. Так. О, давай на деньги. Давай. Купим вот так. Фрукт, мозгогриб, гриб. Все это нахрен. Все это нахрен не надо. Так, патроны нам нужны. Батарея нужна. Патроны, патроны. Бутылка с молоком. Замечательно. Жетоны, прекрасно. Кости левой руки. Откуда они у меня вообще? Ну ладно, в целом я доволен. Так, надо хилиться, пока не надо. Все. Я готов разносить. А кого разносить? Куда разносить? Что-то я подзабыл. А, вот мне сюда. Здесь мне. Наверное, лучше сюда все-таки. Прекрасное начало. Саби, Пайпер, не бери. Не берем этих ребят. Они нам не интересны.
Крючок какой-то. Да расслабьтесь, парни. Да расслабься, я тебе говорю. Все такие напряженные. Здесь тоже кто-то есть, да? Что, дурак, что ли? Так. Угу. И кто это там у нас такой? Сейчас чувствую, будет драка. Не будет? Не будет. Добро. Где Пайпер? Оставила меня одного. Так. Ёпси мать, это робота. И еще и... Видимо, сюда нам пока еще рано. Хорошо, я понял. Я все понял. Лол, он меня едва задел. Ладно, что у нас дальше по заданиям? Это долго. Хорошо, что за достояние общественности? Погнали. А, серьезно? Так, а библиотека вообще где?
Это больше похоже на метро. Нет, чтобы где-нибудь написать library. Ну вот я на станцию попал. Можно мне поиграть? Пожалуйста. Игра, в чем твоя проблема? И, сука, я 30 минут. 30 минут я пытаюсь поиграть. Что происходит? Не надо ничего синхронизировать. Нет. Так, ну ты же в этот раз нормально сработаешь, да? О, это лучше. Неужели?
где самая библиотека? Расскажите мне, пожалуйста. О, господи. Никто на это такое много походит. Посранцы. Пайпер, а где ты его убила? А вот. Ну, паршивая в цепой шерсти плачок. Точно, надо подняться наверх и посмотреть эти библиотеки. Наверху тут уж всяк все видно. Да? 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 Да ведь? Нет? Ну, забирайся. Ну, коробка. Может, вот библиотека? Игра показывает, что вот библиотека. Иди на вход в метро. Привет. Я опечален. Тихо. Ладно, мы пойдем в метро. Почему бы и нет? Ну или давай бежим. Да. А! Вот она где. Welcome to the Boston Public Library. The library is currently closed. Only employees and those with a scheduled appointment may enter. All other guests are invited to return during normal business hours. That's it. Незаконно проникнуть в библиотеку, чтобы вернуть книгу. Это же просто прекрасно. Ты кто? Козлина! Сука! Словно медведь мутант. Здесь был черик, что с ним? А, это все, что от него осталось, я понял. Ядрить там роботов. Просто потрясающе. Так, какое у меня задание теперь? Уничтожить супермутантов. При том, что меня эти будут лупить, да? Что это было?
А там Пайпер с кем-то дерется. А, вот он, супермутант, лол. А, это слабенький. А, ты уже вот не слабенький, судя по всему, да? Нет! Больно. Все. О боже, что началось-то, ребята? В смысле, что? Почему? Почему мои стимуляторы? Как там у вас это? Не на нолике. Ну-ка на нолик быстро. Оп. Да не меня лупи, сука! Ой, вот. А, теперь только за мной идем, да? Перестань по мне бить. Там оказался. Щеку. Так, ну хорошо, дальше-то что? Пайпер, что происходит? Кого ты стреляешь? Здесь никого нет. Сошла с ума. Разобраться только с супермутантами, правильно?
Значит, остальных челов можно в расчет не принимать. Сучата. Так, пойди. Я могу в них гранаты кинуть. Сейчас. Вот они и пригодились. Так, АБВГ. Давай тогда на семерочку. А как гранат какие-то идет? Какой же я тупой. Может, вот так? Нет. Пайпер, как дела? Какого хрена? Где ты? А, вон ты. Нормально, кто-то постреляли, кстати. Так, хорошо, что дальше? Дейзи, вот это Дейзи. Наверное, вернусь туда, откуда пришел.
Надо бы поспать где-нибудь. Спайпер. Good name, Mom. You're looking to get stoned or stabbed? You're back? How'd it go at the library? Get rid of those super mutants. Let's just say those mutants have a new appreciation for the Dewey Decimal System. Boom! File them under the history section, huh? Ooh. There's some poor librarian out there that's gonna haunt me for that pun. Okay, jokes aside, you did good. Warms this creaky heart a little to know that library's a bit more peaceful. Ого, ого, неплохо. А что, что не найдется? Девушке 220 лет. А, так, ну хорошо. Что у нас дальше? Пропавший патруль. Где? Так, на станции Ревир. Что-то я не вижу здесь станции Ревир. Так, ладно, посмотрим. А как же я найду все эти передатчики-то? Так, рыцарь Вархем на поле боя к югу от локации MedTech Research. Югу от локации MedTech Research. А, так я тут могу, я, собственно, тут и могу посмотреть, где у нас MedTech Research. Не понимаю, так. Штаб-квартира Джо. О. Что там у нас рядышком?
Альянс. Так, что за альянс? Вообще не понимаю, где это находится. А, подожди. Нет, не здесь. Какое-то озерцо рядышком должно быть, да? Какое? О! Вижу лодочный домик, так. Вижу Медфордскую больницу, Мальден центр. Все, мне сюда. Там мы посмотрим. Этот квест я уже давно проходил, так что самое то по уровню. Так, одну минуточку. Так, ну давай смотреть. Мы сейчас здесь, получается, нам немножечко. Что я сделал? А, понятно. Я вообще хотел метку поставить так-то. По локальной карте. Максимум, да? Очень жаль. Бежище 75, штаб-квартира. Ну, короче, вправо-вниз. Хорошо. Так. Право вниз. Найти источник сигнала. Но как? Убил. Сука поганая. О, хрена, вас так много. Самая прорва булей. Тупорылый куй. Что происходит? Ты меня лупишь? А, нет, ты мой друган. Окей. Сука, и он сильнее меня. Да ну не бей, ну что ты? Ты же не пойдешь за мной, правильно? Да бро, ну... душный. Меня сюда?
перенеси. Ты заебешь мертвеца просто, это кошмар. Если за мной еще туда зайдет, это будет, конечно, просто беда. Беда. Здесь везде пайпы, что не так, господи, слушай. Ты меня напугал, тварь. О, открыт. О, стимулятор. Бегаете-то. А, это какой-то супербуль. Там и стоит супербуль. Нет! Я упал. Прости, Пайпер, я упал. Иду, иду, иду. А, она с ним расправилась, лол. Где-то еще бродит легенда. Да ёпарэ сэтэ. Перестань меня дрочить. Игра. Да лучше запрыгнуть. Так. А вот, вот так. Оп. Ну и где этот гуль поганый? Он, кстати, спустился вниз. Ой. Выжидает. О, вообще пропал. Ну ладно, пойдем с тобой воевать. Идем. Это просто навык. Навык, выработанный сотнями игр. Нахрена мне отвертка, господи, боже мой. Ну, тихо. Ну, не бей меня. Парный гуль. Пожиратель других гулей. Срал я на броню систем. А вот деньги до военные возьму с удовольствием. Так, все. Мы расслабились. Воу-воу-воу-воу-воу. Что за вообще бастардс? Вот так и стоит. Хорошо. Он без ног, лол. А, без рук. Хрена мы билку, господи, боже. Чё так паникуешь, братиш? Там есть кто-то, да? Не бегай, ну.
Куда ты? Ладно, можешь увольнуть. Эй. В принципе, я не против. Меньше потрачу патронов. Крышечка. Где крышечка? Крышечка. Крышечки, крышечки. Так, я посмотрю, что тут у нас есть. Так, и собственно где? А. What's that for? Братиш, тяжелый день. Ладно, я не буду тебе мешать. Что? Что это? Раздевалка, что ли? А, это душ. А, о, я вначале пришел. Бывает так. Получается, я просто взял и зачистил это место. Потрясающе. Ну ладно. Тревога? Может быть, мы сможем как-нибудь отключить эту тревогу? Давайте попробуем. Сможем. Ну и не очень-то и хотелось. Пойдем отсюда. Видимо, Черик помер где-то не в MedTech Research. Обидно? Досадно? Только не говори мне, что ты завис, пожалуйста. Только не говори мне, что ты завис. Мое сердце этого не выдержит. О, да. Так, я надеюсь, этот психопат ушел. И я наконец-то смогу собрать дань. Ну, прям скажем, немного. Ну, ну ладно. Я понял, понял. Тебе надо вот в ту сторону. Кто ты? Нет! Зачем ты это делаешь? Ай! Зачем? Один.
Так, еще ближе. Здравствуй, товарищ паладин. Так, что за форма BC? Может, ее надеть можно? Не, ну это даже не смешно. Где-то случился взрыв. Я точно слышал. Так, как записи послушать, интересно. Я что-то как-то об этом совершенно забыл. А, все. Не, мне нужна была запись. И где этот рыцарь? Может, это не тот, кто мне нужен был? Где тот? Jeffries, Lee got the recorder working. Тоже не то. Ambushed on the road. We're outnumbered 5-1. Farum, report. Force down to 5%. We'll have to scuttle the armor. We can't let them have it. А, вот, смотри, тренировочную площадку национальной гвардии. Тренировочная площадка национальной гвардии. Кто здесь? Никого. На, я понял. Так, стоп, а что я хотел? Я хотел... Я хотел оказать себе помощь.
Срать. Как же без вас родимый, да? Как же без вас, родные мои? Без вас сделал, солнышки. Ах, ну а можно как-то передатчик-то на... Значит, все-таки сюда надо идти. Что? А куда? Так, 27, хорошо. Допустим, я иду сюда. Я иду правильно. А вот сюда. Не сюда. Видимо, нам как-то надо пробраться внутрь. Как же мы будем это делать? Этим заниматься. Как же туда пробрались те, к кому нам надо пробраться? Ай! Больно. Что же нам теперь делать? Здесь, наверное, все-таки нужно зайти в данж. Смотри-ка, мелкий. Ну ты же здесь не один. А, да, ну конечно, конечно. Одного выстрела. Одного выстрела, детка!
поганая гулина. Так, там еще один где-то бродит. А, он может быть сверху? Нет, судя по всему, не сверху. Ну иди сюда, придурок. Нет. Все, готово. Отлично. О, приветик. Так, что нам скажет госпожа Эст? Кто-то, не помню. Эстлин. Точно. Nightera Aslan, Brotherhood of Steel, Recon Team 429 Alpha, Serial Number 3431. It's been 3 hours since I set my distress pulser. There's been no word from the Paladin or Ferris. Their objective was a satellite array on the coast. They may be out of range. My orders were to hold this position at all costs. The entire site has been overrun. The door won't last much longer. Paladin Brandis, sir. It's been an honor, sir. Покойтесь с миром. Так, что теперь дальше делать? Что за бункер? А. О. А я где? А я ой, как далеко. Может отсюда? Ну, естественно, как же. Как же можно с из данжа-то с. Надо покушать загрузочку с. Так, ну и здесь я еще не был, зато я был здесь, правильно? Правильно. Годится. Ах, тут у нас недалеко кладка когтей смерти, насколько я помню. Так что надо идти крайне аккуратно. Так, я правильно вообще иду? Прям в точечку ходить. Mm-hmm.
Эй-эй. Спокойненько. Так, ну и что тут у нас? Свет есть. Easy, Paladin. I'm with the Brotherhood. The Brotherhood? No, it can't be. They're too far away. They wouldn't send you, would they? Let's say I believe you. How did you find me? I followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led me here. The others? What happened to them? They're dead, Paladin. I recovered their tags. You did? Thank you. This really means a lot to me. I tried to go back for them, you know. There was nothing I could do, not alone, but I'd hoped. You've been through a lot to find me. I should give you something. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. If you see anything you want, take it. The Brotherhood needs you, Paladin. It's time you reported in. I can't. It's been too long. I wouldn't be of any use. No one knows the Commonwealth better than you. We need your help. I've been here too long. I'm not myself. Would they still take me? The Brotherhood will honor the memory of your team. Shouldn't you be the one to tell their story? Unless I go back, their sacrifices, everything we went through, it'll be forgotten. I can't let that happen. I'll do it for them. All right, I'll get my things. Head to the airport. Thank you. Thank you for everything. Годится. А теперь перейдем к самому приятному делу. Мы будем мародерить. Steel Recon Team 429 Alpha. Final report. Our mission has failed. 6 hours after insertion, my company was ambushed. We lost 5 knights and exhausted our power armor reserves. We scuttled the armor to prevent looting, then retreated under fire, abandoning our supplies. I was separated from the 2 remaining members of my team within a week. Both are missing. Status unknown. I'd hoped to rendezvous with them at our holdout bunker and seek a means of escape from the Commonwealth. But no one has come. No one has come. Соболезную. Так.
Спи спокойно, паладин. Так, а это типа все технологии, какие у тебя есть, да? Не густо, паладин, не густо. Ядерный блок еще никому не навредил. Опять у меня перевес. Скоро будет. Так, ну хорошо. Ой, серьезно? А где он? А он вот здесь. Ну, пойдем поговорим с паладином Дэнсом. Ведь надо же еще получить опыт за проявленную смекалку и мужество. Я уже 5 когтей смерти соло вольну. Меня этим не удивишь. Rebellion Max in order me to follow them to the gates of hell. I'd be the first one to kick them open. Если ты, конечно, выживешь. Greetings, Knight. Так, где же наш паладин? Явно не здесь. Delta sequence initiated. Completion time 14 minutes. Getting a bit of twitch on prop 3. Куда мне идти? Где здесь столовая? Думаете, я помню? Нет, я не помню. Ну где-то же она должна быть, правильно? По лестнице? А, по лестнице. Блин, а главную палубу мне тоже не надо. You've had a chance to roam the Pricklin. What do you think, Knight?
She's very impressive. Yes. Quite a feat of engineering, isn't she? It took the Brotherhood's sharpest minds over 2 years to design, and more than twice that to build. Time well spent, I'd say. Indeed. With the Pridwin in our arsenal, we can mobilize our entire division, sending her anywhere that Elder Maxson wishes her to go. Her presence in the Commonwealth ensures that our mission to defeat the Institute will end in victory. They don't stand a chance. Amen to that, soldier. In any event, I hope your tour of the Pridwin helped acclimate you to our way of life up here. I think you'll find that the more familiar you become with both her capabilities and her crew, the longer you'll survive as a member of the Brotherhood. You're dismissed, Knight. Это все прекрасно. А где АО? Так, стимулятор, это хорошо. Где? Где кают-компания? Или как это называется у них? Бар. Хочу в бар. Так, может сюда надо? Где есть? Сюда не надо. Есть сюда не надо. Даже надо. Сраный паладин Дэнс, я не понимаю. Что это? Кто это? Что здесь? Да мне не надо искать Вирджила. Мне надо найти паладин. Я же помню, здесь была какая-то, здесь был какой-то бар. Просто все-таки сюда. Так, окей. Где же мой дружище паладин? Welcome aboard, sister. А, стоп. А, он внизу. Что за бред? Где он там внизу? Выпустите меня. Хочу выйти, мне здесь некомфортно. А, я понял.
Так. Допусти. Ой, какая духота. Ну ладно, я сам виноват. Мог бы и заметить, что паладин реально в аэропорту, а не на шаттле. Так, погнали отсюда. Си, лететь. Так. Где мой ретро-паладин? Ну, в смысле? That depends. How are you? My power armor systems. You just give the word. Uh-huh. Not now. No problem. Let me know when you're ready. А ты не хочешь это задание там, нет? Paladin dance. Ready to continue our mission, soldier? Ready. Roger that. You two play nice out there. Only if it plays nice back, citizen. Hey. What do you want? Paladin. Yeah. Your thoughts? I'm pleased we were assigned. Так в смысле, что тебе надо-то от меня? Ну, игра. Игра. Hey. Что? Paladin dance. Yes. Your thoughts? If anyone attacks me. It's about time for you to go. I'm not going to lie to you. I think this is a foolish decision. Come back alive, soul. Uh-huh. Стой, Пайпер, стой. Не уходи. Пайпер. Ух. Так, ну хорошо. Встретиться с капитаном. Ой, я там так и не смог, по-моему, забраться на него. Этот форт для меня слишком стронг. А, это уже сделано, да?
Отвратительно. Просто омерзительно. Настолько, что я, наверное, закончу на это. Серьезно? Потрясающе. Канцлер, скотина. Щеглы. Камон, мальчики. Ну, кстати, нет, с них так вкусненько, вкусненько. Вполне себе вкусненько. Мне нравки. Стимулятор потрясающий. Вот теперь я доволен. Же ты, я тебя пропустил, родной. Еще и что-то клей есть. Такое. How does it work? It uses standard energy cells for power. The artifact's internal power supply was destroyed. Otherwise, point and shoot. It doesn't kill people, but you may still be able to find some use for it. As for myself, I don't know. Maybe I'll finally travel to the southwest. My father was always convinced that there was another alien city buried somewhere in the Mojave Desert. How much of this do you think still works? Так, и что? А, я просто с ним поговорил. А потом... Может быть, пора
Может быть, пора пойти по квесту? Давайте попробуем. А, ой, все, даем. Еще походить отсюда надо. Господи, боже мой. Нет, все, 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 все. Все, я ухожу и на этом заканчиваю. Пайпер, не хочешь со мной? Ну и не надо. Я тебя не заставляю. О. Потрясающе. Ну, на сегодня все.